Друзья, перед началом этого видеоролика я хотел бы вас всех поблагодарить за то, что на моем канале стукнуло 900 подписчиков. Ну и также, как я и обещал, на моем канале стартует розыгрыш. Вся подробная информация в группе ВКонтакте, ссылочка на нее есть в описании под этим видео. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол от Жизни, и это продолжение нашей рубрики «Российская премьер-лига в Лиге чемпионов». Итак, сегодня у нас 5-й выпуск, посвященный Краснодару, но перед началом этого видеоролика хотел бы вас попросить обязательно подписаться на этот канал, потому что большой процент зрителей смотрит мои видеоролики без подписки. Ребят, если вам понравился ролик, не поленитесь, подпишитесь на канал, вам не трудно, мне будет очень приятно видеть ваш актив. Ну и также, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал RNT, ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения летсплея на YouTube, буду рад всех там видеть. Ну что же, 5-й тур, играем мы против Челси. У нас на самом деле сейчас вообще мизерные шансы на выход куда-то. Нам надо обязательно обыгрывать и Челси, и Рен, получается, в следующих матчах, чтобы хоть как-то шансы у нас были. Потому что если Севилья выиграет все тоже оставшиеся две игры, то там уже будет нам очень тяжело. Мы в любом случае уже за эти два матча не обгоним Челси. Они себя так обезопасили, что они будут выше нас. Но не обезопасили себя они от Севильи. Вот если Севилья выиграет все свои два матча, у них будет 11 очков. То есть как-то так. То есть если и Челси проиграет два матча свои, и Севилья выиграет, то там уже у нас чисто не от нас все это будет зависеть. Поэтому мы выполнить должны свою работу. Это обыграть Челси и Рен в оставшихся матчах. Но вот если мы сегодня, если я все правильно понимаю, проигрываем Челси, вот любая там будет потеря очков, будем уже смотреть там по ситуации. Поэтому как-то так. Ну что же, Клайсон у нас, кстати, не готов играть этот матч. Так, давайте я Олсена выпущу. То есть мы не будем как-то так атакующе куда-то бежать. Вот, сломя голову. Так, Шапи. Как вообще Шапи на позиции атакующего полузащитника? 69. Ну, не очень-то и то, что хотелось прям. Вот. Но Клайсена все равно придется взять с собой. Поэтому как-то так. Все, вроде вот таким составом мы и выйдем. Больше там ни у кого нету плохих показателей. Краснодар против Челси. Теперь играем дома. Посмотрим, что из этого выйдет. Поехали. Итак, Краснодар стадиум. Краснодар против Челси. 5-й тур Лиги чемпионов. Поехали. И вот неплохо Газинский. Отдает на Арии, и тут Минди просто закрывал ближний угол. Но это наш самый, мне кажется, опасный момент за последние матчи. И все, заканчивается матч. Расстроены наши игроки. А это значит только одно, что мы не проходим в плей-офф Лиги Чемпионов. Даже вот эта вот ничья с Челси, вот это вот одно очко нас не спасло. Ну и сейчас мы посмотрим, что там по турниру таблицы. Севилья, да, победила. Ну и да, все. То есть здесь все понятно, нам остается с Реном сейчас только борьба за третье место. Но вот уже за второй клуб нам не получилось выйти в плей-офф Лиги Чемпионов. Поэтому как-то так, обидно, конечно. Но следующий выпуск придется нам все-таки отыграть. 6-й тур, борьба за Лигу Европы будет продолжаться. Ребят, спасибо всем большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, с вами был Андрей, канал Футбол. Это Жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания.